Так, ну что, мои хорошенькие, что, мои котята, собрались на хоррор-игру? Сейчас я прилечу. Опа, я здесь. Джедиус там пошел творить творчество, связанное со смертью Елизаветы II. Помянем. Хорошо, что тут есть русский язык. Рот на замок. Я очень прошу без подсказок. Я хочу тупить максимально, как я умею. Бегать по коридорам, не видеть, что у меня под носом творится. Я только сейчас кассету заметила. Вы видите? Да, это разворот кассеты. Игра сделана в стилистике слэшеров 80-х, а также под Resident Evil и игры на PS1. Я еще не делаю месяц, как все говорят, месяц хорроров. Я вот решила, что у нас будет сезон. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Весь осенний период такой хоррорный. Короче, все, я вас не морочу вам голову. Погнали. Дом убийств. Давайте собаку посадим со мной, чтобы страшно не было. Мой помощник вместо гида. Puppet Combo представляет. Так. Я позже. Нет. Какой кал? Че сразу залетает? Просто открыл дверь. Ну че, кал? Я сейчас пролог прохожу. Вот только началось. Кейт, get your ass up there. Давай, пацан, забирайся уже. Ну давай на коленки кролику. Господи. Smile, kid. Счастливой Пасхи, 85-й год. Наверное, я уснул. Где не озвучивают, я буду вам читать. Так. И что, как ходить? Ой, о боже. Это ты? Это я. Офигеть. Мама? Мол, что? Закрыт? Ты мальчик или девочка? Пацан, короче, заснул в фотобудке. Ему приснилось то, что он сфотографировался на коленках у страшного пасхального зайца. Мы как-то гуляли, когда, знаете, ходишь в кино, и магазины потом закрываются, когда выходишь из кинотеатра. Мы идем с Андресом, я говорю, блин, вот, наверное, круто как-нибудь однажды, чтобы тебя закрыли так в супермаркете, и ты бы ходил. О, охранные ворота. Похоже, я могу под ними пролезть. Мама! Какать! Закрытый киоск. Здесь можно было сфотографироваться с пасхальным кроликом. Конечно, сейчас тут никого нет. What the fuck? Боже, что за музон? Знаю, я пришла на место, где я пришла, села там на... Там мужик какой-то. Где? А, господи, не-не-не. Нет такого мужика, что ты пугаешь. Блин, если бы я в ушах играла, ты бы так давила. Еще одни ворота, они заперты. Чувствую себя Хизер из Сарин Хилла 3, блин. Пипец, я потеряна в этом моле. Не знаю, что от меня хотят. А что с музоном? Кто там орет? Может, вот справа что-то лежит. Может, я правильно иду? Возьмите ключ. Возьмете ключ, да. Хорош. Оу, е! Джастин, нормально. Мы играем за пацана. Как мне отсюда не выбраться, окей. Может, кто-то уже с тобой рядом ходит? Почему такая музыка? Вот эти объявления на стенах? О, господи, Lost Child. Видели его в моле в 4:15 вечера. В общем, пропал пацан. И еще мальчик пропал. Мальчик пропадает. Джастин, тебя не смущает? Стремно тут, конечно, находиться, я вам скажу. Сейчас успокоилась музыка. Может, я пришла туда, куда надо опять? Ну, ключик тут вряд ли нужен. Сейчас опять шумит. Ну, что-то они зря сделали такой музон, хотя ничего не происходит, типа. Ну, ты должен чувствовать себя пацаном одним закрытым в моле. Я опять, что ли, сюда пришла? Твою мать. Нужна дверь с надписью «Exit», ладно. Я же сказал, не подсказывать, Кирт, сейчас выгоню. Блин, на самом деле, если так темно в моле, представляешь, там потеряться, это реально страшновато. Эта музыка орёт громче, чем я слышу шаги пацана. Я опять пришла оттуда, откуда мы начали. Нет, отсюда не выбраться. Так, я не видела ни одной двери с надписью «Exit». Так, ну я во все двери потыкала, значит, все-таки нам обратно через решетку. Но я же не могу бежать в начало, тут не может быть выхода, это точно. Даже ты опять в начало бежишь. Да я понимаю, может, я слепая и не вижу что-то. Почему бежишь постоянно в начало, либо в там, где ты была? Просто обычная иди. Обычная фотобудка, у меня нет мелочи. Просто иди вперед. Неужели музыка заткнулась? Блин? Хорошо, мы перелезли. Иду по левой стене. Заперто, заперто, заперто. Так мне отсюда не выбраться. Я сейчас пролог буду час проходить. Еще одни ворота, эти заперты. Я пришла обратно. Гет, говоришь, беги прямо. Пришла обратно, опять откуда вылезла. Да классная игра, Даш. Мне кажется, это вся игра. Да бред какой-то, ну. Так, разрешаю говорить, куда бежать. Там была, где ключ?
Пока что не страшно, если что. Там где-то Формула-1 ездит на крыше, блин. Хуй пойми, куда идти. Ну я не видела такой двери, я тут бегаю уже 15 минут, правда. Даш, ну как игра? Из 10. Музыка просто. Да надоел уже, ну. Пошли в хоррор играть. Ну как хоррор месяц, Даш? Придурок полоумный бегает в желтой майке, блядь, СПС. Я не вижу дверь с названием Exit, ну хоть убейте. Пиздец. Я тоже не вижу, кстати. Это пролог еще, тем более. Даш, ну не будет в этих стенах ничего. Ну, что ты тыкаешься туда? Я не понимаю. Вот назад иду. Даш, просто удаляем игру, идем в Elden Ring. Нет, нет, нет? Мне хочется дать игре шанс. Ну, мне кажется, проще достать билд Алана Вейка на PSP, чем пройти эту игру. А, кстати, был билд Обливиона на PSP, если кто не знает. Чуваки, может, вы видите? Даш, просто беги куда-нибудь. Да сколько можно бежать куда-нибудь? Всю игру бегу куда-нибудь. Что, Кирт? Что не так? Давай, погодь. Ты просто слушаешь чат вместо того, чтобы играть в игру. Бегаешь, тебе говорят какую-то хуйню, которая даже, наверное, не существует в этой игре. И ты такая, о, буду 40 минут бегать, слушать Кирта. Он же сказал, что экзит красного цвета есть. Нет бы самой подумать головой, что бы делать. Давайте я симулирую эту музыку. Вот, вот эта дверь. Еще одни ворота. Ну так вот, юзай ключ. Инвентарь есть? Пиздец, блядь, бегает всю игру. Ищет экзит красного цвета. Включи музыку. Пиздец, блядь, играем в хорроры. Первый раз в жизни, как будто Даша запустила. Не может заюзать предмет из инвентаря. Что? Начинаешь? Ничего, просто, блядь, слушаешь чат. Ладно, меньше читай чат. Не буду слушать чат. Все, играй в игру. Дед пришел душнить. Ну все, погнали. Мама, домой какать. Ой, а что музыка пропала? Можно же как-то отсюда выбраться. Вот твоя красная дверь, экзит. Туалеты. Обожаем туалеты. Прятаться? Тут надо прятаться, блин! От кого? От этого зайца-убийцы? О нет, ненавижу игры, где надо прятаться от кого-то. Я смогу выглядывать при помощи кнопки крест и присматриваться при помощи кнопки R1. Я могу перестать прятаться, нажав кнопку круг. Я боюсь смотреть налево-направо. Может, там ничего есть какое-то лицо. Это просто тебя учат, что делать. Все равно этот ебак не будет страшный. Какая-то трехполигональная но хрень. Нет, они все равно стрёмные. Не. Ой, давай я посмотрю налево-направо, ты скажешь, там есть кто-то или нет. Давай, давай. Никого. Никого нет. Налево. Никого нет даже. Просто унитаз. Нигде нет туалетной бумаги. Стрёмно, вообще туалетной бумаги нигде нет. Да ну нафиг, что-то я уже гружусь. Почему отражения нет пацана в зеркале? Просто RTX не завезли. Очень странный туалет. И меня бесит тишина, она меня очень душит. Лучше бы... Так это намного лучше, чем Формула-1 ездящая. Чего ты боишься, Даша? Да я боюсь. Можно ты поиграешь чуть-чуть, пожалуйста? Чуть-чуть, пожалуйста. Давай. Даша решила поиграть в хоррор. Нет. На, держи пульт. Ебать, бежим. Какой страшный. Бля, окей. А ты в туалет, ты зайдешь? Ну сейчас бегу, ты видишь? А, о боже. Выходи, скорее, скорее, заходи. Да, блядь, танк ебаный. Отлично, он еще кабинки открывает. Он ушел или куда он? Ушел вроде. Типа, если он ушел туда, надо же идти за ним? Типа того. Он же тут дверь закрыл. Да, да. Гет, ну как? Ну норм. Стремно? Стремно. О боже, надо узнать код. Ненавижу, когда за мной гонится тоже. Я выиграю. Тоже ненавижу. Я люблю, когда можно дать... Отвертка.
Мало кто знает, но к концу разработки этой игры разработчики оглохли. Кет, ты как-то попроще, вот я смотрю, тебе спокойно играется, да? Или ты напряжен? Достаю что-то. Напряжен, конечно. Если не, ну я бы стоял бы хотел. Тут ключ еще один. Блять, опять я тут. У нас есть какой-то ключик, может его... Я здесь заюзал его. Не очень понимаю, что делать. Я открыл ключом дверь, которая ведет тот же коридор, где эта ебаная дверь с кодом. А в инвентарь зайди еще раз. У нас что есть? А нет, у нас на нем написано... А, 10-24. Вот, видишь, как надо. Я не посмотрел. А где ноль? А нифига. Может, это от шкафчика номер? Тут 1, 2, 3, 4 и потом 6 почему-то. О! 5, 5, 3, 4. Ебать. Дядька. Заяц есть этот уборщик, да? А вдруг это он? Hold on. There's a phone in here. Let me go check it out, and you wait here. I'll take care of him. И ушел. Жопа, либо его убьют. Свет выключили. Либо его убьют, либо это нам конец. Что-то мы, может, должны как-то выбраться отсюда. Мама. Сейчас еще крипу. Боже мой. Все, это конец? Это пролог был только. Мы сейчас в прошлом были. Блин, ну прикольно. Наши дни. 88-й. А какой это там был год? 83-й или какой? Приехала машинка. Кажись, мы на месте. This place? I can't believe I went from the news desk to this. You're lucky you have this after the incident with the poodle. That could have happened to anyone. All right, let's get started. We don't have all day. Козвучка смешная. Where the hell is the real estate agent? I gave him 50 bucks to let us shoot this story. There's his car. Where the hell is he? Эй, стажёрка, как тебя там? Эмма. Это я. Yeah. Эмма. Make yourself useful and find us a way in. Сегодня буквально самый худший день для начала стажировки. Я потянула лодыжку на беге. Мне нужно медленно походить какое-то время, восстановить выносливость, прежде чем снова бежать. Боже. Ты можешь просто уйти? Там сзади выход. Вот этот? Да, просто уходишь, все, и конец игры. Причины уходить нет. Я что, тупо убегу в лес? Да, тупо убежишь. Не пускает игра, все. Подходим к двери, в общем. Заперто. Напоминает дом из 7-го резика. Я тоже об этом подумала. Ее выносливость, смотрите, тратится, прикинь. Можно бегать, но выносливость тратится. Дизайн выносливости как приближение на камере с 90-х. Ой. Я просто посмотреть, она уже лезет. Поверить не могу, что я вламываюсь в дом. Тут и правда жутковато. Старые сырые матрасы, они мерзкие и мягкие. Шкаф, в нем можно хорошо спрятаться. Большая раковина. Ни хрена же не видно. Нормально, блин, так и должно быть. О. Пустой шкаф, в нем можно хорошо спрятаться. Тут много шкафов, где можно хорошо спрятаться. Постойте, кажется, предохранителя нет. Дверь открыта. О, это я людям открыла двери на улицу. А, надо эту дверь им открыть. Обойти же они не могут, конечно. Грязный холодильник, я в жизни его не открою. Самая грязная духовка в мире. Все грязное. Подожди, сколько мы стримим? Часик? Мы час на стриме. Это чисто 40 минут бегала за чувака. Слушай, я тебя оставляю. Нет, ты что, правда все спать? Да стрёмно, мне страшно. Я ее точно за сегодня не пройду. Так, вы меня не бросайте, ясно? Я же совсем тут с ума сойду. Гриб Даша. Все, мне конец, думаешь? Меня сейчас съест этот кроль здесь? Дыра в полу. На дне что-то блестит, но так просто не дотянуться. Боже. Боже, что ж так пугаешь? Геду скучно, короче, хоррор этот играть. Он хочет Велден. Да я не могу дверь открыть, блин. Я не могу бабайку найти, Гед. Ты тут... Ходишь, бубнишь мне, блин, весь экспириенс мне портишь. Лучше сначала всех запустить, а потом осматриваться. Она не хочет наверх идти, коза. Во, мы пускаем народ домой, да?
Наконец-то, блин, молодец, ты пробрался внутрь, риэлтора этого сраного не видела. Дома никого нет. Пошевеливайтесь, пора снимать, вынимаем аппаратуру и тащим ее сюда. Можно я просто сяду в машину, уеду? Взять чемоданы, да. Свет выставлен, но в доме нет электричества, черт. Вот я видела щиток в подвале. Чего ты ждешь? Прожекторы включай и понеслась. Света нет. Ну так верни! Слышь, ты толстый хрен. То есть он еще заставляет меня придумать, как включить свет в доме. Ну что, Гет, все-таки ты к нам идешь? Давайте стараться экшон делать на экране, чтобы наш Гет не заснул. Ой, боже ты мой. Предохранителя нет. Так что, мне предохранитель по дому ходить искать? Че они стоят, учили, да я не понимаю. А второй ящик? Выше. Выше, вот. Ну. А. Это все мусор? Как Даша классно, просто мимо проходит. Даша не скипни только. Что за зум, боже. Я не знаю, на меня кто-то смотрит кого-то. Лучше просто... бегай от первого лица, мне кажется, так да проще. Да ну стрёмно, как повернусь, там морда этого зайца. Никого не будет, тут все заскриптовано. Просто шкаф. Постойте, похоже, за ним что-то есть. Так я его не подвину. Зачем делать комоды, если у них пусто? О, предохранитель, отлично. Хорошо, уже прогресс. Посмотри, смотри, что творится на нас. Да, вижу. Что с этой стеной делать и как перетащить шкаф? Иди сначала предохранитель вставь. Это я нашла. Ну, как бы, Кирт... Это ебака. А что ты первый, от первого лица не включила вид? Я не знаю. Там вот это что-то побежало. Мне уже стрёмно. Гет, давай. Не-не-не-не, я боюсь. Буду нафиг от первого лица бегать. Вот слева щиток. Вот он. А что карандаш дает? Где ты говорил спрятаться можно здесь? Не знаю. Все какие-то столы накрыты скатертью, можно там спрятаться. Вот где, покажи? Вот здесь? Не знаю. Вот это самая темная комната? Бля, в пизду, нет, туда не пойду. Просто наверх побегу. Дверцу заклинило. А может, а что карандаш? Пизду, пизду, в пизду нахуй. Ну хорошо, подожди. Ну карандашом-то я не открою дверь. А что карандаш? Просто в меню зайди, что он нагадает? С помощью этого я могу записать прогресс. Сохраниться. А, сохраниться. The power's back on. Let's get started. Anthony Smith, more commonly known as the Easter Ripper. Это его дом заброшенный. 11 невинных детей. Маньяка поймали 8 лет назад. Let's take a break. Фига, у меня сиськи. Снято, давайте передохнем. Блин, какой он курильщик, пипец. Чуть-чуть напоминает Silent Hill первый. Да? Ну, есть такое, да. Не хватает звука, это потушек. Эмбиент красивый прям. Мне кажется, там какая-то дырка, и туда можно попасть с помощью, знаешь, какого-то подземного прохода через что-то. Вот, видишь, какая-то яма. Как будто ты сюда попадешь через эту дырку. Мне так кажется. Ну, и нашли записку. Привет, это Джерри, риэлтор. Похоже, кто-то разбил подвальное окно и проник в дом. Эти уроды украли гребаный предохранитель. Тут где-то в доме есть еще один. Твою мать, я путаюсь, куда идти, что делать. Если играть человую музыку, наверное, ничего страшного не наверное, можно ожидать ничего, от да. этой игры. Иди в ту комнату и ищи, что делать. Как отодвинуть шкаф? Опа, тетя. Ёб твою мать, тетя, что ты тут делаешь? Странно, а что она тут делает вообще? Попросила стакан воды принести, да? Да. Сейчас ты пойдешь за водой, придешь, ее не будет. Короче, классика. Классика, да. Эта игра имеет апдейт под PS5. Да, 60 FPS апдейт. Теперь в ней вода. Так. Готов вы не увидеть Дану в подвале? Даш, все хорошо. Наверняка ее не будет. 1000000% что не будет, чуваки. Миллиард. Ну, ее нету. А, нет, стоит. Че ты так боишься? Да еще боюсь, музыка спокойная. Боюсь, боюсь. Ключ. Ура. You put this sheet on. Gary, what the fuck are you doing? When Danish says he still haunts the home he grew up in, I want you to run through the background. После того, как Дана скажет, он до сих пор обитает в доме своего детства, ты пробежала через дверь. Many say he still haunts the home he grew up in. А, я управляю, окей. God damn it, you missed the cue. Ты все пропустил.
пропустила. Еще раз. A job meant to spread joy and cheer put him in the perfect position to abduct young children. Many say he still haunts the home he grew up in. Ты так еще и прошелся, как дебил. Эй, ты, иди фургон, сгоняй нам зачем? За пиццей? Да. Вот выход. Музыки уже нет. Вот там выход. Музыки уже нет. Сука. Хорошо. Перед тем, как поехать за пиццей, я должна узнать, для чего этот маленький ключ. Ничего не должен. Я бы поехал за пиццей и выжил бы. Забавно, что Даша должна привезти пиццу. Как в жизни прям. Может, от этой штуки? О. В этой комнате я чувствую себя в безопасности. Такое чувство, что тут со мной не может произойти ничего плохого. Теперь я не потеряюсь в темноте. Все, я могу съебать отсюда наконец-то. Нужно проверить, ничего ли что? Все ли у меня есть, у меня теперь есть фонарик там. Все такое. Да, вот серьезно? Мне нравится жопа приключений, пипец. Что-то наверняка в подвале теперь будет, потому что у нас есть фонарь. Как фонарик юзать? А, кружок. Мама. Опа. Лом. Монтировка. Что у нас можно было монтировку? А, стиральную машину попробуй. Что-то там беснуется. Дверная ручка. Опа. Уже темнеет. А свет же в доме, вы включили электричество. Какого черта? Чуваки, я за пиццу. Я побежал нахуй, блядь. Я. Что хотите? Пицца Хат, Доминос. Пицца Тайм. О, добрый день. А машину-то нашу всю разобрали по частям. Пизда. Что на лобовом стекле? Записка. Nowhere to go now. Looks like we'll be playing a game. You'll be hunting eggs, I'll be hunting you. Find them all and you can leave. Don't find them and you can't. Опять эта музыка. Опять, блядь, Формула-1 ездит. Я что, убегу в лес? Да, да? Я лес. Просто сбежал, нахуй. Быстрые ноги, пиздюлей не боятся. Привет. Потому что начинается приключение. Никого нет, бабы нет. Get butter. Ой, там что-то на четвереньках бегает, господи. Я не знаю, там просто какая-то ебака пробежала. Какой кабель? Да просто сдвинь нахуй этот шкаф. А что лежит там вон там? Черга. Обороняться, будем бить зайца, Гет. Пизда, мы сейчас будем пасхальные яйца искать? Нужно корзиночку заполнять? Даш, ты играешь. Нет. Почему нет, я? Я боюсь. Какого хуя я играю в это? У тебя есть оружие, ты хоть можешь драться. Ты можешь драться, ты играешь вообще-то, не я. Куда мне идти? Пожалуйста. Там же написано было в книжке, что дети искали яйца, а потом их убивали. Классненько, чё? Я начинаю сезон хорроров. Я боюсь играть. Ну, это стрёмная какая-то игра, правда. Мы видим пистолет по ту сторону оранжереи, но не можем туда попасть. Where are the pizzas? Where's Tom? I don't know where the hell Tom is, so you're gonna have to hold the camera. Оператором может стать любой, ребят. Просто держите камеру. Чё он сказал себе искать? Поискать Томми. О? Господи. Что ты делаешь, блядь? Looks like we're stuck here. All the doors are locked. I found a key. Где это видел? Там была какая-то ебака. Только что пробежала. Help me! There's somebody else in here! А, ебать! Ебать! Пизди его! Боже мой! Бей его, ёпта! Нам конец! Обнял. О! Все, сейчас загружаться опять. Второй этаж. Это что такое было? Вы видели? Скиньте скрин в телегу кто-нибудь этой ебаки. Какой-то просто пацан скелетный. Угар. Ореховый мальчик. Давайте я сохранюсь. Ужасно. Пизда. Мне кажется, его нельзя убить, максимум задержать. Ой, он что, идет за тобой, пизда, да? Пизда, он быстрый. Ой, я думал, он еще сзади. Ненавижу.
Интересно, кто окажется убийца? Ставлю сотку на репортер. Ну, игра реально неплохая. Надеюсь, он опять тут не будет. Божечки. У него во рту пасхальное яйцо. Он же ходит тут где-то. Канцелярский нож. Звук, вот он ходит. Это он что? Через дверь прошел где-то. Это нас специально пугает или он где-то рядом? Я не знаю, может, реально ходит. Бля, Даш, мне страшно. Нет, играй нет, ты. Нет, я боюсь. Мне тоже страшно. Ну что я бегаю, блядь, очкую за тебя? Из-за меня не надо очковать. Ай, блядь. Короче, но, они испортили экспириенс тем, что добавили режим от первого лица, потому что видно, блядь, этих детей сразу. А Кочергову этого нельзя было сделать. Нас тут закрыли. Я не могу выйти отсюда. Блядь. Пробуем прятаться. Фонарь садится еще, блядь. Блядь. Вон, посмотрите, ходи, ходи. Прошу. А как? Как? Как у меня? Ну, видимо, проверяют. А ты сохранился? Да, может быть, из-за того, что я подглядывал, он меня увидел. Может быть. Хорошо, что я сохранился. Сколько мы стримим уже? 2.5 часа? А может, магнитом достать херню эту? Да. Опять клыч. Я думаю, это еще на ту дверь в втором этаже. Большой кролик смотрит за нами, его огромные черные глаза следят за каждым моим движением, все следят. Ночью мы слышим, как за стеной кто-то кричит. Сначала я обрадовался, потому что подумал, что мама зовет меня, что она пришла меня спасти, но я ошибался. Когда начинаются крики, все затыкают уши, но я пытаюсь прислушаться, я прикладываю к уху к стене и не дышу. Но как бы я ни прислушивался, я не могу разобрать, что там говорят. Много плачут и кричат. Это не мама, это не дети. Похоже на взрослых, но очень-очень грустных взрослых. Пасхальный кролик их тоже крадет. Дама мертва. Господи. Минус Гэри. Остается третий оператор, если мы его встретим. Тут что-то есть. Ультрафиолетовая лампа. Мы яйцо не забрали пасхальное из чувака. Забрал? Точно? А, подожди, из чувака? Из чувака что нет, за яйцо? Нет, не забрал. Ух ты, ебать. Фу, я обосрался. Возьмите яичко, блядь. Фу, какая тяжелая игра, боже. Зачем класть сейчас? Ну, просто положу, чтобы не мешались. Наверное, надо 3 яйца. А кто третий-то? Ну, оператор, кто? А, я не понимаю даже, что делать. Меня уже все бесит. Чувак прошел за час. Он, наверное, прошел сам и потом еще на запись. Свет снова есть, но хули его нету? Есть он. Это тупорыло. Хуя, я на лифте вниз поехал. Куда ты поехал вниз на лифте? Пыточные приспособления, такие БДСМ приспособления. Ёлы-палы. Все становится интереснее. Теперь открыто. Что за дверь? Это в подвале дверь. Коричневая, куда дети бегали, помнишь? Мальчик шоколадный сюда же побежал и застрял. О, божечки, тут кого-то убили. Смотри, как стоит рак. Меня сейчас вырвет. Бля, у меня мурахи сейчас уже от страха пошли. Светловолосой девочки больше нет. Грейси постоянно смотрит на большого кролика на стене. Рэнди говорит, что от шоколадных яиц хочется спать. Сегодня я их есть не буду. Рэнди попросил меня запомнить песню. Не знаю, о чем он, но я записал. Какая-то загадка, наверное, где-то. Бля, вот это жутко. Есть же реальный чувак, который вот притворялся клоуном или кем, который убивал детей и прятал трупы у себя под домом. О боже, он их насиловал. Ты видишь, на каких позах? Ужасно, там, наверное, аура отвратительная. Бля, это уже какое-то ужасное. На самом деле, даже вот в такой пиксельной графике это прям реально берет. Никому не пожелаешь попадаться в такие путы. Веревку взять? Я все думаю, как мы вылезем через садик, где оранжерея. Переохлаждение, ребенок умер. Скелет младельца умер от голода. Блять. Он снова приходил, никто его не видел, но когда мы проснулись, мы обнаружили огромную корзину с яйцами. Я был так голоден, что чуть было не забыл снять обертку. Мы все откусили по большому куску. Светловолосая девочка тоже откусила, и ее рот был весь в крови. Она бросила яйцо на пол. Оказалось, пасхальный кролик нас обхитрил. Внутри яйца были острые лезвия. Было так много крови, и она так сильно кричала, что даже сами стены начали смеяться над ней. Блин, жесть какая, боже. Сейчас вот игра меня реально пугает.
пугает. Так, подожди, а что у меня в инвентаре? У меня веревка. И куда я могу заюзать? Куда веревку юзать вообще? Да не знаю, мне этот шкаф еще напрягает со стеной, закрытый там наверху. Опа. О, камера разбита. Дома. Ну, кассета все еще внутри. Взять кассету, да. Идти вставлять сейчас кассету, идти вставлять в, кассету телевизор. В телевизор. Это боже, все красное. Может, сохранишься? БДСМ штуки, да. Я не могу сохраниться. Окей. Что? Что? Что за музыка? Ебать, блядь. Не пугайте меня нахуй. Не дают сохраниться, Даш. Тихо, тихо. Я с тобой. Все хорошо. What the fuck is this shit? Окей. У нас сумасшествие в голове уже или что происходит вообще? Silent Hill попёр, вообще какое-то сумасшествие реально. Вот они начали угать, пиздец. Вот это я понимаю. Пизда, блядь. Неужели главный герой есть убийца? Да как? Ну она же молоденькая, там, блин, с каких годов. Так, смотрим фильм, смотрите. Комната с камином. Он открывает пианино. Что-то спрятал в этом пианино? Страшно стрёмно, ребята. Он положил что-то в пианино, но крышка заперта. Чего? Изи, загадки. Так, подождите, ну по идее, куда сейчас что делать? Веревка. Опять же, шкаф с этой закрытой стеной. Подожди, где он? На втором? Угу. Блять, он ходит. Сейчас зайдем, опять спрячусь. Как он заебал. Может, он просто чилить? Это тупая, что ли? Могла просто в левый вот отодвинуть. Зачем надо его валить? Обратно, обратно, обратно. Не могу? Сука. Не могу. А он ТП-шнулся куда-то. В ванной что-то. Ел-то. Вот и четвертое яйцо. Кека. Так, ну что, идем класть последнее яйцо. Сейчас я пойду сохранюсь, уже далеко прошли. Блять. Что написано? Я могу туда пойти. Потому что, короче, он ходит вокруг. Кролл, Шиза, ГГ, а она сама. Не, не думаю. Тут типа же была история, что всех убивал, детей и так далее. И мы скелеты нашли внизу. Я не думаю, что это слишком клише. Я думаю, это реально убийца. Просто говорили, что его приговорили к смерти, и он на казни умер. Ну какой чувак все равно вот ходит, убивает. Интересно вообще, что это? Может, она и есть сбежавший ребенок? Ну шел, давай, иди сохранись. Ты иди давай. А что сразу? Что? Что страшно-то? Дверь открыта. Блять. Что? Я не могу выйти? Он типа в дверь в подвал заклинил меня? Почему я не могу выйти? Пизда. А что делать? Неужели идти через всю эту залупу? Через лифт наверх? Через детей. Вот иди в лифт, лифт справа. Обратно я так, не поднимусь, блин. Я там не могу. Что-то заперто. Меня подпирает с той стороны. А что случилось? Что делать-то, ёпта? Я хотел сохраниться. Сейчас, если я умру, то это будет жесть. Я сейчас с ума сойду, Даш. Где, блядь, выход? Куда идти? Не понимаю, что делать. Я случайно еще заюзал аптечку. Мы сейчас прогрузились. Попробуй еще раз зайти. Нет, нифига. Не могу выйти. И у нас что, софтлок какой-то? Нас просто залочили здесь. Я не могу вернуться. Здесь только 3 двери, и все. Больше ничего нет. А вы яйцо вставили? Мы яйцо не успели. Мы в подвал побежали, и он нам его заклинил как будто. Мы не можем выйти из подвала. Заглючила дверь, чуваки. Нашел меня. Да, сука. А что делать-то, блядь? The hint to the puzzle is... Он меня сейчас опять послышит. А что делать-то, ёб твою мать? Заглючила игра, не могу убежать от него. Ну пусть убивает меня, а что делать? Игра заглючила. Дверь, видимо, приоткрылась, когда он заходил. И она не закрылась обратно. Из-за этого я не мог выйти из подвала. Что-то бы игру за час прошли, а 4 часа не хотите? Да, реально, 4 часа проходим. Отлично, геймплей. Потею. Я тоже очень переживаю. Я бы вообще, наверное, с ума сошла просто. Путягом за путягом, там, где литера сяга, там, я вам.
То, что брат мне шлет в час ночи. Бля, я подумал, это в игре. Теперь здесь открыто. Идем на пизделовку. О. Я так и думал, что мы где-то выйдем здесь. Тут где-то дробовик с какой-то стороны, помнишь? Ты еще спрашиваешь? А его, надеюсь, можно убить дробовиком-то? Черта этого. Здрасте. Кто это? Это он! Том? Том. Том? That's right. Quiet, innocent Tom. Harmless. Walk all over him, Tom. Mama's boy, Tom. Well, I did. I killed them all. But why? But why? To avenge my brother. За брата мстил. Anthony wasn't the Easter Ripper. I was. He turned himself in to save me. Ужас. I thought I could control the urge to kill, but it's back. And now, I'm going to kill you! Ah. А? Ух ты, ё-моё. Как перезарядиться-то её? Она не перезаряжает. Ну, получается, палкой его хуярить надо. Ну, умер, блин. О, убил. Я бегу, я бегу. В смысле, блядь? You can't kill me. I'm the Easter Ripper. О, это детишки. Боже. А, так он их взорвал здесь, прикинь. Загрызли. У меня появился шанс сбежать. Ну чё, как вам, ребят? Кал? Гона платина? Нее. Игра реально страшная. Согласитесь, игра реально страшная. Игра стрёмная, правда. Нет, ты видел, у меня истерика была, вообще ужас какой. Типа в момент, там, когда этот паук какой-то появился, это пиздец был. Ну что, Кирт хорошую игру порекомендовал, а Гет? Я вообще отказался играть. Brilliant. Congratulations, guys. That's a wrap. Это все был типа огромный фильм, и ее тоже снимали. Окей, это не конец. Знал, что ты правда убивали людей. That's just a rumor. А это только слухи, ага. Вдруг сейчас начинается настоящая игра. Ой, да, а это был... Пролог 2, да? Подожди, я могу в оранжерею вернуться? О. Can't wait to get out of this sticky soup. То есть все было сном собаки? Типа того. Подождите, но еще... В дом-то надо зайти еще. О, как светло. Причин сохраняться больше нет. Так, а это что? А, ну это просто кукла, типа. Кукла. Зачем прятаться-то? Mm-hmm. Не понял, подождите. Это декорация такая правдивая. Чердак. Подвал пойдем. Боже. С лицом. Пиздец, ебало, блядь. So much to do down here. Боже. Ключи от машины? Я чую, детка, ты не поедешь домой. Чел высокий, он маньяк. Как тебе мои скелеты? Игра не отпускает. Ну чё, Гет, ключи получил? Уезжаем? Уехали без последствий, надеюсь. I'll give you a night call to tell you. How I feel. Я же говорю, он на заднем сиденье, кроль. Ты видишь? Я вижу задние лапы его. Типа настоящий кролик? Я не понимаю. Все, да? Да. Все, ребята, спасибо всем, кто пришел на стрим. Было весело. Тебе игра вообще как? Ну, прикольная, неплохая. Но, на самом деле, удивило, приятно. Норм, Даша постримила. Все, ребят, спокойной ночи всем.